Дожил дед до 100 лет, приехала к нему в деревню корреспондент-девушка и начинает спрашивать: «Ну как так? Вы, наверное, не курили?» Дед: «Вон, смотри, видишь, сток сена? И я таких в 3 раза больше выкурил». «Ну, наверное, не пили». Дед: «Вон, видишь, за окном пруд? Я таких в 2 раза больше выпил». «Ох, ну, наверное, сексом не занимались с девушками». Дед такой: «Вон, видишь, возле дерева косу? Вот когда ко мне пришла смерть, я ее так одрюкал, что она косу оставила». Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.